Добрый день, меня зовут Козляков Илья Романович, я являюсь членом бюро «Саратского яблока». Сейчас у нас проходит сбор подписей за выдвижение нашего списка в облдуму. Это уже второй сбор подписей, я присутствовал на сборе подписей, даже был начальником штаба в 2018 году. Заметил очень интересное совпадение. Во-первых, люди очень долго раскачиваются, приходится убеждать, что это нормально, это легко, ничего в этом нет такого страшного, чтобы собрать подпись за выдвижение партии. Это не проголосовать даже за нее, а просто дать возможность. Что в 2018 году мы видели очень долгую раскачку наших сборщиков. Люди неохотно оставляли подписи, люди неохотно собирали подписи. Из 4 недель, за первые 3 недели мы собрали только 400 подписей. Потом, за одну неделю, маховик раскрутился так, что его потом было сложно остановить. У нас уже было более 2500 подписей, и люди поняли, что это легко, здорово, и можно без проблем собирать их. Сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Несколько недель люди долго собирали их, а сейчас мы видим, к нам идут сборщики, приносят по 50-100 подписей, никаких проблем у них не возникает. И они говорят: круто, здорово, что же мы раньше вот этим не занимались. Хочется сравнить с описанием пород животных. Данное поведение, или, наверное, данную особенность нашего характера российского. Немецкая овчарка. Стройная, подтянутая, всегда выполняет все команды четко, строго, как и говорит хозяин. И русская сторожевая. Большая, ленивая, лохматая псина, которая лежит у себя у будки, добрая, никого не трогает, но если ее достать, то она будет выполнять функции по охране вверенного ей дома или участка с такой усиленной силой, я прошу прощения, с таким рвением, что вообще никто не сможет пробраться. Вот это черта нашего менталитета, что мы долго раскачиваемся, но если мы это сделали, то мы добиваемся успеха и порой очень неплохого. Спасибо.